На торжественном заседании по итогам работы общественных приемных глава республики сообщил, что 3 года назад многие относились к общественным приемным, а также к программе поддержки местных инициатив скептически. Однако после первых же успехов отношение к нововведению изменилось. Сегодня опыт Республики Карелии тиражируется другими субъектами, к нам приезжают перенимать его. И действительно, то, что начиналось с такой вялотекущей кампании, это был 2014 год, сегодня это вообще феерический успех, поддержка и одобрение населением. В 2016 году услугами общественных приемных воспользовались 1016 жителей республики. По словам участников торжественного заседания, основные вопросы, волнующие граждан – коммунальные неурядицы, расселение ветхого фонда, здравоохранение и медицинская помощь.